Приветствую вас, дорогие мои друзья. У нас сегодня расклад один, но на трех колодах. Выбирайте номер один. Это у нас оракул затмения. Номер два – оракул света и тьмы. Номер два – номер три – черный гримуар. Расклад у нас о венце безбрачия. Смотрим, если вдруг проблемы по поводу того, чтобы выйти замуж. Может быть, там есть венец, может быть, нет. Что выберете, то и ваше. Итак, смотрим. Раскладики небольшие, короткие. Вариант номер один. Итак, первая позиция. Есть ли венец безбрачия? Нет ли венца безбрачия? Но тут не о венце безбрачия идет речь, о том, что вы дома запертые сидите. Тут проблема-то совсем в другом может быть. Так, ну, смотрим, идет ли он по роду, да? Что по роду идет? Да нет, род крепкий, дерево-то вон какое крепкое, хорошее, родовое. Просто, может быть, с грязью смешано, не совсем чистый род, да? Плохие поступки в роду, ну, преступная деятельность в роду. Идет ли по карме? Что по карме идет тогда? Да нет, соперничество, да деньги на ветер. Прогуливание жизни. Что можно сделать? Есть он, нет он. Над обидой поработать. Убрать обиды и убрать те бумеранги, которые возвращаются. Лицемерие в отношениях убрать. В принципе, вот по первой колоде могу сказать, что тут вообще-то нет венца безбрачия. Вообще дело не в негативе. Вообще все дело в нас самих. Род хороший, ну, может быть, не совсем приятное в жизни творится. Так, второй, если выбрали второй оракул света и тьмы, смотрим, кто выбрал номер два, есть ли венец безбрачия. Ну, здесь, конечно, приходится жить по законам женщин. Женщины судят, женщины-судьи. Тут прям идеально все, изобилие идет, от женщин изобилие. Но женщина тут одна, конечно, женщины живут среди женщин. Но это не о венце безбрачия. Старая мельница, все переменится. Если по роду, что на роду? На роду язычество, на роду творчество идет, повседневность по роду идет, алчность, денег очень много хотим. Денег очень много зарабатываем. Да и изобилие в жизни тоже есть. Что идет по карме? Тут тоже соперничество идет. А тут еще надо смотреть ваше предназначение по нумерологии. Тот, кто выбрал вторую колоду, надо смотреть, какие ваши кармические задачи должны быть выполнены. Тут вот как в первой колоде тоже соперничество идет. То есть мужики идут, да. Или с ними вы соперничаете, кто круче. Или мужики идут не свободные. Что можно сделать? Ну, тут заводятся ведь свободные отношения. То есть мужики навстречу идут. Дороги на отношения открыты. Какую-то стратегию надо поменять в отношениях. С женщинами конфликты надо убрать. Поражение надо убрать. То есть тут вот нету какого-то безбрачия, венца. Тоже по второй колоде его нету. Кто выбрал вторую колоду и кто думает, что, ну, может быть, у меня есть это. Давайте посмотрим, кто выбрал третью колоду. Есть ли венец безбрачия? Ну, тут больше болезни, конечно, есть. Болезни. Но вот тут, кто выбрал третью колоду, есть у вас. Жрица перекрывает все, она магичит. И она как венец безбрачия стоит. Идет ли он по роду? Смотрим. По любви, да, тут вот оскотинивание идет, обзывание мужиков скотинами. Надо это все исправлять, род отливать, родовая отливка стоит. Вроде как все хорошо, но расставались на дурацкой почве. Ссоры на пустом месте были. Идет ли он по карме? По унынию идет.
По карме, да, и по ГОСТ идет, и по карме идет. Идет негатив по карме. Можно ли его снять? Можно вот отпаиваться, отливаться через королеву кубков. Вот отливки, да, идут. Можно снять. Если вы выбрали третью колоду, в принципе, он снимается, он отливается. Все, жду на личные расклады, консультации. Ссылка в описании канала есть. Ставь лайк. Подписывайся, кто еще не подписан. Поставь колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. А я жду вас на личных раскладах и консультациях. Ссылка в описании канала.